Автомабільны рух на улице Великой Троецкой у Гродні все еще перекрыты. Это связано с проведением ремонтных работ. На данном участке дороги предугледжена замена асфальтового покрытия и подземных коммуникаций. У приватности размова идет об 400 метрах водопровода и аналогичной протяглости канализации. Так само запланована установка нескольких десятков сучасных колодежей с люками на узроне дорожного полотна. Силами Гродного водоканала работы ведутся щодня с 8 ранницы до 21 годины вечера. Задейничано 3 бригады и 6 одинок техники. Как огучивается, замена коммуникации займе меж 2 месяцев. Финальным аккордом масштабного ремонта станет укладка нового асфальтового покрытия с дальнейшим обновлением автомобильного руху по Великой Троецкой.